Добрый день! Вас приветствует любимая компания «Электромотор». Сегодня мы хотим ответить на вопрос, как работает электрический конвектор. Электрический конвектор собой представляет такое вот устройство. Оно изготовлено обычно с металла, со стали. И внутри у него установлен электрический ТЭН, который нагревается от сети 220 вольт. Принцип конвектора – это конвекция воздуха в помещении. Через низ у него заходит холодный воздух, прогревается через стены, и сверху через специальное отверстие решетку выходит теплый воздух. Таким образом происходит конвекция по помещению. Воздух прогревается равномерно, плавно, и он обогревает все помещение полностью. Это не прямого направления обогревателей, они идут общего назначения. Используются электроконвекторы как основной вид отопления, так может использоваться, как и дополнительный. Отличие между масляными радиаторами данного конвектора в том, что на масляном радиаторе, в принципе, можно еще посушить вещи дополнительно, в конвекторах этого делать нельзя. Но минус в том, что масляные обогреватели немножко сжигают воздух, электроконвектора такое исключают, так как тены у них обработаны специальным покрытием. Здесь у нас представлена моделька Термия. Это самая популярная модель на рынке Украины на сегодняшний день. Если вам интересна такая модель, гарантия на нее 5 лет. Это производство Украина. Она универсальная, может устанавливаться как на ножки. Ножки идут в комплект поставки. Также может вешаться на стену специальными крепежами, которые есть на задней части корпуса. Подключается он к сети 220 вольт. Вилка идет с кабелем в комплект поставки. Очень удобный и комфортный электроконвектор. Очень легкий. Его можно вешать на перегородки, такие как гипсокартоновые, легкие какие-то стены. Он не будет тяжелым и не обрывается. Более подробную информацию о таких электроконвекторах вы сможете получить в нашей компании по телефону 044-530-38.